Нижегородская делегация во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным принимает сегодня участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в Узбекистане. В рамках этой выставки Глеб Никитин и хаким Ташкентской области Даврон Хидаятов подписали меморандум партнерства. Предполагает сотрудничество в промышленности, автомобилестроении, фармацевтике и информационных технологиях. Также в рамках выставки Узбекистану были переданы автомобили Горьковского автозавода. Это современные медицинские автомобили. Совершенно очевидно, что экспортные рынки являются ключевым драйвером будущего роста всего автопрома, ну и, естественно, газа. Мы всеми силами пытаемся газу помогать с точки зрения поставок как в регионы, так и в другие страны. Очень востребованы, особенно вот внедорожники на базе «Соболь» в удаленных районах, где трудная транспортная доступность, но при этом за счет ходовых качеств этих автомобилей они до любой точки доедут в те сроки, которые позволяют спасти жизни. За 2020 год, хотя он и ковидный был, объем поставок в деньгах с Горьковского автомобильного завода в Узбекистан вырос в 2 раза. Это 130 примерно миллионов долларов США. И любая сделка, особенно с государственными органами, она является дополнительным, по большому счету, билетом входным в дальнейшие поставки, ну и успехом сам по себе. Любой такой контракт – это успех.